воскресенье в Самарской области будет облачно, пройдет дождь с грозой. Днем 16-20 тепла, ночью плюс 5, плюс 7. Ветер западный, юго-западный и юго-восточный будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно, дождь с грозой, днем плюс 16, ночью 6 с плюсом. Юго-западный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти облачно и дождь, температура воздуха днем плюс 14 градусов, ночью 6 с плюсом. Ветер западный 2 метра в секунду. В Самаре облачно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 16 градусов, ночью 7 выше 0. Южный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 62%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.